И вот вы видите, что за моей спиной. За моей спиной дождь. И мы не говорим, что будет лето замечательное. И не каждый день вы будете купаться. Потому что я вот помню, и не так часто за последние 10 лет я плавал в реках и озерах. Потому что холодно было. И даже когда было очень тепло, тоже не купался. То бишь, о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим о том, что, возможно, ваши помидоры, огурцы и все, что должно быть расти на земле, не взойдет. Потому что у вас нет теплицы. Вопрос, где теплицы делаются? И мы приехали сюда на строительные материалы на Холмогорского. В смысле, на холмах. На Холмогорского 3. Для того, чтобы вам показать, что здесь делаются замечательные теплицы, которые вы можете себе поставить. Причем теплицы делаются суперовские. И в некоторых случаях, даже которые открываются сверху, как отсюда добраться, проблем возникает. То есть шоссе космонавтов за машиной, за нашей, стоит тюрьма. И вот сюда направо выезжаете и спокойненько покупаете все, что нужно. Потому что здесь вам не долбят цены, понимаете? Вы покупаете все, и все работает. Просто супер. Говорить о том, кто делает самые крутые в городе теплицы, я просто не буду. Грех спорить, но круче теплиц, чем на Холмогорского 3, нет. Будет? Не знаю. Здесь работают нормальные, очень качественные специалисты. И вместо привоза их здесь и собираем. Мы разговаривали о тех, кто пытается заработать. Все пытаются, как и на машинах тоже. Теплицы, по сути, самый выгодный вариант. Можете согнуть, не получается приварить. Для отмазки помазали, прихватили поликарбонатом и за сутки 2000 рублей. Как-то круто получается. Потом все это дело завалится, а вы выехали из гаража. А вы хотите такое? Да вон их сколько, тепличек всяких. Здесь так не работают. И думайте сами. Переплата не в разы больше, переплата за качество. Конечно, круто, когда дешево. Но проще чуть-чуть добавить и наслаждаться замечательной теплицей. И вот погода у нас не очень хорошая, да? И мы прекрасно понимаем, что ваши теплицы простоят гораздо дольше. Причем вы говорили срок эксплуатации 10 лет. Это хорошая тема. Почему другие теплицы, они дешевле? Вопросов нет, я просто проезжаю, смотрю. И везде теплицы, 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 теплицы. И ценники такие какие-то дешевенькие. Что это такое вообще? У вас цена не сильно большая. То есть это примерно на 4, там может быть 8 тысяч подороже. За целиком комплект, да? То есть там, допустим, 8-метровый теплиц стоит 24 тысячи рублей. У вас подороже немножко. Но в чем смысл? 50% стоимости теплицы — это стоимость поликарбоната. Поликарбонат в основном зависит его стойкость не от толщины поликарбоната, а от плотности. Есть такое понятие — плотность поликарбоната. Это количество присадки, которое защищает от ультрафиолетов. Так что стоимость одного листа там может быть колебаться даже до 1000 рублей. Стоимость одного поликарбоната. Чем выше плотность, тем больше стойкость. Вот, грубо говоря, мы работаем в основном с Кроносом, у которого 0,72%. Это или Актуаль Бива, у него вообще 0,8% плотности. И завод изготовитель на вот эти два поликарбоната дают гарантию, эксплуатационную гарантию до 10 лет. Так что если вы ставите теплицу с таким поликарбонатом, вы не будете в течение 10 лет иметь никаких проблем. Итак, что касаемо поликарбоната. А теперь вот про другое. Вы же поликарбонат каким-то образом крепите? Такого я нигде не видел. Мы шайбы изготавливаем сами. Как я и говорил, мы нашли слабые места, где нужно усилить. Мы ее не делаем как ежик. Там, ну, нет смысла это на удержание. Просто ставим там, где необходимо. Ну и ветровая нагрузка держит за счет этих шайб. Я, конечно, понимаю, что у нас есть Магнитогорский металлургический комбинат, и большую часть вы берете с Магнитогорского металлургического комбината, но Магнитогорский металлургический комбинат делает не все. Мы вот стоим за вашей спиной, да, не все делает. Да, это все у вас есть? Да, у нас все есть, все материалы, которые не производит наш комбинат, мы закупаем по всей стране. Вот. То есть мы еще говорим, что у вас еще и база замечательная, да? Да.
так. Ну, у нас, грубо говоря, от гвоздя до крыши, там все, что нам есть. Если хотите строить дом, у нас есть материал все от фундамента и кончая крыши, отопление, системы, все водоснабжение. То есть мы говорим не то, что вы поставите здесь теплицы. Оказывается, здесь можно и дом поставить. Да, дом. Дом поставить. И не только дом поставить дом и облагородить его, грубо говоря, забор, поставим ворота. Нужно ворота кованые, все, что хотите. Поставили, загородились, нужно что-то обустроить. Пожалуйста, беседочки, туалеты, поливные баки, печи отопительные. Мы все вам сделаем. Уж спасибо большое. Приезжайте. И чуть позже мы вам покажем результат. И будет у вас крутой туалет, и душевая кабинка, и заборы, и настил, да и дома мы вам покажем, и кровля будет, и урожай. И что это такое? Это крупнейший рынок стройматериалов. Вот что это такое. Посидите немного, сейчас закончится теплица, и вы поймете, что проще и дешевле никуда не ехать. Заказали здесь же, вам сделали и привезли. И не надо забывать про рассрочку, про кредит. И это все есть. И поскольку мы не первый раз здесь работаем, нам объяснили замечательную ситуацию. Дело в чем заключается? Вы где-то там-то купили теплицы. Цена вопроса. В некоторых количествах может быть и на общее количество теплиц там, на 6 тысяч дешевле, да? То есть берем спокойную нормальную 8-метровую теплицу, да? Здесь 8-метровая теплица стоит чуть-чуть подороже, но качество и результат. И даже если ваша теплица куда-то снеслась, ее все равно поставят, на место все сделают, это же качество. То есть вы подписываете договор, и вопросов нет. Что касаемо поликарбоната, который делается. Здесь поликарбонат работает, они берут поликарбонат с одной точки, представляете, да? И делают его нормально, потому что везде бывает 0,4, да? Ну, можете 0,8 поставить, если хотите зимнюю теплицу. Но соты, они могут быть маленькие, а потом просто никакие практически. Вам это нужно? Я не думаю, что вам это необходимо. Теперь другой вариант. Вы просто платите в других местах. Думайте сами, ребята, вы сами думайте. Где-то вы проплатили денежные средства, вот, а потом не можете купить свою теплицу. 8 месяцев, представляете, заплатили, а потом через 8 месяцев, а 8 месяцев ваши деньги крутятся, нормально? Здесь такого нету. Просто приезжайте, просто... Берите себе нормальную теплицу, то, что вы даже чуть-чуть переплатите, это будет ваше удовольствие, потому что потом вы поймете, что это не есть гуд. А здесь работайте спокойно, и рынок работает для вас. Стройматериалы на холмах, на Холмогорского 3.